Пока в центральной части страны ждут настоящую снежную зиму, на севере из-за снега и наледи ежедневно фиксируют отключение электричества. На помощь витебским энергетикам направлены бригады из Гродненской и Минской областей. Вот такая зимняя погода установилась в Верхнедвинском районе. Но обернулась не праздничным настроением, а массовым отключением энергии. Некоторые остались без света на пару часов, некоторые на сутки. Верхнедвинск оказался в центре атмосферного фронта. Снежную осаду держит уже 3 дня. Без света были больницы, предприятия. Их подключали в первую очередь. За несколько часов выпала двухнедельная норма осадков. Провода не выдерживают. Звонки о новых отключениях поступали и сегодня. Налипание снега на провода, на деревья, которые не выдерживают и обламывают суки. Падают деревья на наше инженерное сооружение, точнее на линии 10 киловольт. И вот за этот промежуток с 1 по 4 января текущего года у нас было снято порядка 900 деревьев и суков с наших линий. Уже неделю энергосистему Витебской области испытывают природные явления. Сначала ледяной дождь оставил без электричества потребителей в Оршанском районе. Из-за недавних снегопадов отключение электроэнергии фиксируется и в соседних Полоцке и Рассонах.